И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Виктор Кошак, енот, как всегда, отличное настроение, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, аниматроники пугают охранника, карта FNAF 3 с бабушкиными калитками, как вы любите. Если пить, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Так, Серега у нас сегодня злостный аниматроник, мы поставили кнопки, которые можно нажимать и открывать и закрывать двери. Так, Серега, давай сначала попробую. Стой, ты псих. Ладно. Я хотел, знаешь, что проверить? Возможно ли, допустим, если ты будешь толкать аниматроником, а я буду играть за человека и пытаться как бы сдержать, смогу ли я, ну, кто сильнее, аниматроник или охранник? Так что, Серега, давай попробуй аниматроником пробиться. Мы пока вместе не будем использовать ускорители. Попробуем, ребята, сначала телом сдерживать. Нас трое, будем, если что, наваливаться на дверь и не пускать злостных аниматроников. Надеюсь, вам понравится. Поставите лайкосик, подпишитесь на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый божий день. А теперь внимательно слушаем этого челепиздрика. Так, я слышу, он взял Фредди. Это конченый Фрей. Ой, это классный Фрей. Стой, Серега, да стой, я ж не успел. Да ну ёпкала мене какала. Чё такой хитрый жук, как я? Большой семье, ртом не щелкает. Клювом не щелкает. Я это знаю, ребята. Кто знает пословицу, напишите какую-то пословицу свою в комментариях. Самая классная креативная пословица попадет в топ-комментарий. Так, я это манал, я буду сразу вот тут стоять и не пускать его. Я вот здесь стану. Да, давай, не пускай. А ну давай. А, ты не можешь... Он может сдвинуть. Эй, он... Тихо, стой, Серега, ты можешь что ли сдвигать? Не нажимай. Пусть попробует потолкать. Давай, Серега, пробуй. О, ты что, дурак что ли? Эй, он сильный, ребята, смотрите, как он прикольно толкает решетку, в этом есть какой-то прикол. Эй, не матюкайся. Настроение класса, надеюсь, вы сейчас кушаете какие-то вкусняшки и смотрите мой ролик. Слышь ты, он реально сильный. Я безбашен. А я смотри, нажимаю вперед с шифтом, и ты не можешь теперь. Надо тебе, Серега, брать какого-то тяжелого аниматроника и пробовать толкать двери. О, Фокси псих. Не, он медленный. Он медленный? Может, есть какой-то аниматроник-танк, который прям жестко может толкать калитки наши и пытаться все-таки открыть. Ну давай, психопат! Как понравилось всем выражение? Fucking shit! Ну давай, ты головастик вонючий. Это SDKFG, да? Вроде бы. Ты можешь лазить, да? Так, подождите, стойте, он туда пошел. Я в дверях застрял из-за сережки. Так, подождите, я манал, я буду стоять здесь. А вы стойте там. Ну, на те ворота, скорее всего, что он не сможет пройти, потому что все-таки лежачий аниматроник, это вам не лежачий полицейский. И еще хочу, ребята, узнать, напишите в комментариях, какая большая часть ФНАФа вам нравится. Мне на данный момент нравится FNAF 3, потому что очень прикольная карта, маленькая, но при этом антуражная. Так, Серега, я отошел до двери, может, ты все-таки сможешь как-то пробиться? А, вижу. О, это ты псыкаешь, да, нам тут? Иди псыкай в другое место. Я тенью вижу, даже если он будет невидимый, ребята, я смогу увидеть тень и его наказать. Только как я его накажу, я не знаю. И как вам бабушкины калитки? Мне кажется, гениальное изобретение. Что можно было О! Эй, кто там валяется? Ты поставил на этого не настоящего. Ты хочешь нас запутать, да, Серега? Нет. Да, я знаю. Да я знаю, кто. О, пришел, нет. Ты не. Слышишь? Да эй, не толкайся! Ах ты жопа морская! Ну, ребята, он хочет нам открыть двери, нельзя! Он тут, Димас. Да я вижу, дурак что ли? Как ты прошло? Ты что, жидкий металл, который может через решетки проходить? А интересно, есть в Гаррис Моде Т-900, жидкий металл, с терминатора? Так, а ну давайте проверим на работоспособность калитки. А ну отойдите от калитки. Подстрачника вбьем. Так, все работает. А вот он, вентиляция.
О, я не ту кнопку нажал. Ё-моё, пацаны, извините, обстоятельства. Я не, блин, неподписанные кнопки. Кто это делал? Какой человек? А, это ж я делал. Это же я делал. Извиняюсь, ребята, извиняюсь. Получается, левая кнопка открыть, правая закрыть. Взял аниматроником, калитки пооткрывал. Вот что за колокольчики вонючие тут включаешь нам? Быстро отключай колоколя. Ну тебя нафиг. Серега, теперь мы будем использовать калиточки. Попробуй, зайди, давай. Только он будет пытаться зайти, буду нажимать. Я успею, я успею. Я все успею. Нет, Серега, это так не работает. У нас очень мощные ворота, ускорители сделаны на очень большую тягу. Даже твоя железная жопа не сможет их сдвинуть с места. Так? Конечно, а как ты хотел? Надо ему подсрачник дать, Димас. Да? Серега, поворачивайся и чуть-чуть пригнись. Эй, нельзя голова. Ах так? Ну тогда ловите скример. Ах ты, блин, ты дурак, что ли, как я? А ты отсюда не кинешь уже сдалека скример мне. Не долетит. Ой. Ой, ты чё? Ну, Серега, это же... А, мне не пришло, не пришлось. Так. Все отлично? Все отлично. Взял другого аниматроника, у меня немножко подгрузилось. Это означает, что Серега сейчас что-то сделает очень плохое. Готовьтесь нажимать кнопки. Правая кнопка закрывать. Так, правая кнопка подсрачника, понял. Только ты подальше отойди, чтобы тебя реально не прописало. Вот, знаешь, что можно сделать? Сейчас покажу. Сейчас. Как-то можно сесть, я знаю, на этот ускоритель. С альтом. Альт. Е. Эй, говорю, альт Е. Нельзя, держу. Держу. Ты не ту кнопку жмешь. Не ту. Да я, блин, перепутал. Я опять перепутал. Бей его этого. Слышь, придурок, ты что ты делаешь? Ну, кошьяк. Моя школа, молодец. Если сливать, так пусть и сливаются. К чертям собачьим. Молодец, Серега. Кнопки какие-то открывают. Вот, видишь, одну нажал. А ну-ка. Нажал. А вторая. Вторая тоже открывается. А ну право, ты правую нажми. Вот, нажал же. А вот час вот. А ну все, стой. Стой, не нажимай, не жми. А чё кнопки заели? Они же работали. Что-то я, короче, пацаны, этот. Может, винда слетела? У вас две кнопки зажаты, к слову. А, вот в чём. Виктор Коша, когда не умеешь пользоваться, так и говори. Да, Димас, я не умею пользоваться. А чё ты не умеешь пользоваться? Стойте, а ну-ка. Слышь, кнопка, прекращай. Так, я не понял, в чем прикол? Бежит. Да какой бежит? Серега, ты что не видишь, у нас калитка зависла. У нас винда слетела на калитках. Сейчас будем разбираться, в чем проблема. Отпусти кнопку, нажми кнопку. Не, это бинды, на то, что у тебя забиндено. О, это отжал. Да что, бинди, не бинди. Оно не биндится. А может, что слетела винда, да? На кнопках. Я первый раз такое вижу. Все, у вас, кажись, это калитки поломались, ну вас нафиг. Сейчас я сделаю, ребята. А че калитки ломаются? Слышь, ты! Кнопки зажались. А мы сейчас переставим, Так, смотрите, ребята, как делается кнопка. Кнопка 1. Вверх. Ой. Так. И кнопка 2. Вниз. Не? Винда. Какая винда? Надо ускорители, наверное, походу менять. Сейчас, ребята, меняем ускорители на новые. У нас, короче, замена расходников. Слышь, ты! Держите! Держи! Ах ты, шмах ты! В другую сторону побежал. Так, толкатель. Так нельзя.
А что с коротом? А что с калиткой случилось? Я вот так сейчас сделаю. Ребята, новый тип калитки. Сейчас, Серега, подожди. У нас тут небольшой сбой. У нас, короче, апгрейд. Сейчас мы сделаем вот так вот. Я пока буду держать, пока... Давай, держи до посинения. Он пытается груда железа. Так. Расфриживаем. Ставим толкатель. А ну-ка, нажимайте кнопки, проверяем, ребята. А ну-ка, жмякаем. Работает! А ну другую, только отожми. Работает! Класс, мне это нравится. Я хочу покататься как-то на ускорителе, но не получается. Что-то не садается. Куда я попробую? Альте, альте. Не работает. Садится, садится, ну. Ну, Сережечка, ну ты же добрый наполовину должен был быть. Как всегда у нас вакханалия, которая... Ты чё, калитки нас ожрал? Ну, Серега, это новые калитки, евроремонт только сделали с ними. Ну, а что я поделал, они очень вкусные, Дима. Эй, какая вкусная калитка? Так, короче, ребята, сейчас мы калитки помажем говном. Я это... аниматроник, мне пофиг. О, я думаю, что даже две веревки будет и то норм. Толкатель, проверяем. Толкатель, а нет, удалитель, толкатель. А ну-ка, ребята, проверяем. Кнопочками. Давай. Вверх. Отлично, зажимает. Вниз. Все, можно две веревки, не обязательно три делать. Так, а где это чучело, моя учила ходит? Притаился где-то. Эй, ты где? Чили-пизрик. А ну, попробуй я покатать. О, а ну-ка, покатайте меня. Готовься, Дима. Давай, давай. Ого, мне так больно прижимает этой штуковине. О, я вижу себя с третьего лица. Сижу себе, жопу показываю Сереге. Так, все, слазим. Ой, что-то у меня с камерой не то. Что-то я боком хожу. Жмем калитку. Надо ждать его. Я боком хожу. У меня лицо ровное или боком? Лицо ровное. Эй, держи, 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 держи. Держу. Слышь, ты, отгибатель калиточный, отвали, мы тебе дадим кусок говна. Шоколадку хотел сказать, мы тебе шоколадку не дадим. Давайте возьмем камеру, может камерой можно выровнять как-то. Вас, Димас, держать надо. А ну-ка, верхняя или нижняя, я уже забыл, Димас. А, нижняя. Нижняя? Да. Блин, нижняя, верхняя, верхняя, Серега. Какой Серега, кошак. Так. Серега вот такой, значит, сегодня хертец. О, камера ровно стала, значит, это и к лучшему. Так, хочу кое-что проверить. А сейчас, пока Сереги нету, мы будем проверять кое-что. А ну, попробуй это калиткой подвигать. А ну-ка. Так. Нет, что-то не работает. Не поддается. О, а тут Серега пытается. Ой. Серега, на тебе. Ой, блин, нет, стой. На тебе. Ладно, удалю бомбы. Я знаю, чем это может закончиться. Очень плохим какими-то вещами. Слышь, давай, 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 держи, 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 держи. Пацаны, наваливаемся, наваливаемся, не пускаем этого чили-пиздрика. Уже поздно. Да как ты прорвалась? Сейчас мы ему устроим. Это жидкость. Пацаны, берем, наверное, огнеметы, да, все? Давайте огнемет. Или пригвоздителем. Давайте его пригвождателем зафигачим. Серега, готовься. Так. Оружие. Toy Boy Classics. И гвоздомет. Где это чилипиздрик? Открываем ворота. Ой. У нас сегодня все наоборот. А его не вижу. Только слышу, как пищит. Слышу, слышу. Ты где? Слышь? Он где-то рядом со мной. Я не знаю, наверное, он вентиляции. Видите его, нет? Я его слышу, но... Его здесь нету.
Нема его, ребята. Не знаем, где он. Ля крыса. Вижу! Я его пригвоздить успел, ребята. Самая часть, дальняя часть карты. Он там пригвожденный стоит на одном гвоздике. Надо быстрее бежать к нему. Быстрее, 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 быстрее. Я бегу. Это здесь он, по-моему, исчез. Так, оружие. Дурак, что ли? Так же можно этот, слюной подавиться. Серега, псих. Так, давайте взорвем, наверное. Давайте вообще взорвем эту пиццерию. Подождите, а что у нас можно... Я вам это не дам сделать. А что можно взорвать такое мощное, чтобы у него аж кишки из жопы повылазили? Нажимай, нажимай, чтобы закрыто было. Ой, не та кнопка. Так, Серега, ты пока вместе не зайдешь. У нас все заскриптовано жестко. Так, ребята, у нас есть бомба. Вот о, на тебе, падла. Слышь ты, я же бомбу поставил. Ну, поставить поставил. Я не буду пока возрождаться, я просто посмотрю, как вы будете умирать. Я сделаю за тебя это, Дима. Давай. Ах ты, бомжара. Взрывай, взрывай, взрывай. Он не дает нам бомбу взрывать. Представляете, ребята, какой хитрый жук. Прощай, Серега. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Скромник, Bubblegum, как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас будет все наоборот. Пацаны будут прятаться за аниматроников, а я буду играть за человека и искать их и мочить. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, пацаны, а вы ищите себе классные нычки. Можно даже вставать невидимым, так будет интереснее. Карта, кстати, довольно-таки большая. А я уже иду. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Вас, ты где? Так, вот ты. Я ж тебя убью, зря ты вот так вот палишься. Я вижу, вот. Постараюсь как-то попасть. Слышь? Ну чё? Ты нажал. А сколько жизни отнимает? Я так и не понимаю. 100 хп, 100 хп. 50 по 100. Ой, что-то оружие, пацаны, это слабо. Я меняю себе на другое. Ой, я знаю, какое я возьму. Какое? Блин. Димас, ты читер. Чё я читер? Это монетка, она еще как-то стреляет через одно место. Ты мне оставил 100 хп. А, ну, значит, надо добивать. Так, бери тоже опять аниматроника, буду сегодня я охотником целую серию. Буду над вами глумиться. Нет, нет. Смотри, это чужой задрал тут лазит. Тебе что, вынести что ли? Опа, опа, бегает. Ай. Прятаться надо. Хорошо. Так, погнали сюда. Ну все, Димас, я бегу. Давай. Ты накажи ты? Сам себя. Потому что сейчас я возьму оружие. По звуку знаешь, что это? Да. Это так, мне кажется, вот тут кто-то сидит из пацанов. Откуда ты знаешь, что я тут? Не знаю. Там магия. Тю, блин, я уже хотел стрелять, а это... муляж висит, маринетка на стене. Чёрт, ты чё? Так, никого там нету. Пацаны, вы классно прячетесь, мне нравится, продолжайте в том же духе. Потому что я уже приближаюсь на одного из вас, так, скромнику Литейшн. Я не знаю, что ты хотел этим доказать, но понты твои были очень дешевые. Я хотел просто пройтись и всё. Угу. Не получилось. Не портануло. Братан, это фиаско. Ой, это жесть. Сам себя дамажнул. Слышу, слышу одно... Так, подожди, ты чё закрываешься? Hello. Это была голова. Ты же меня не заметил, Димас. А потому что у меня фонарик подсвечивает твой тень. Я за стенкой был. А, ну бывает. Классно, когда пацаны от меня прячутся. Я их нахожу. Я не знаю, что это было опять. Но я буду сидеть в офисе. А, у меня нет стены. Двери нету. Слышь, ты что тут челепиздрик бегаешь?
Кстати, мне нравится, вот за этого классно можно ныкаться. Получив голову. Больно. Ну и что? Главное, что бесплатно. Так, пацаны, давайте без фонарика сделаю вам засаду. На, красиво. Просто улитейшн. Спринтрап уже не тот. Скромник уже не тот. Без фонарика, просто вот так вот. Ники ваши вижу, когда навожусь. Так, давайте оружие другое возьму. Мне кажется, это реально читерское оружие. У нас есть оружка еще. Так, подождите. Вот, нет, пулемет тоже будет слабое. О, привет, плюс-трап. Так, так, так. Слышь, я слышу, кто-то тут ходит и скрипит. Слышь, а как я тебя убью, если у тебя жизни столько? Я умираю. Не получается. Так, ну, я, в принципе, стараюсь. Постой, постой на месте, постой. Я не могу двинуться с места. Ну, конечно, ты не сможешь двинуться с места, я же тебя буду сейчас наказывать. Дяденька, не бейте. Ой, аж вспыхнул. Ай-яй-яй-яй. Слышь, отвали от меня, чужая морда. Вижу, вижу Хэллоу бегает здесь. С фонариком я вам сразу палю. В следующей серии я буду ныкаться, посмотрю, как пацаны меня будут искать. Я залезу в такую жопу, стану невидимой, и будете всю серию меня искать. О, пиццерия, снаф 3 горит. По-настоящему. Конечно, огонь бесконечный, но ладно. Так. Отлично, я делаю себе этот защиту. Вот так вот. Чтоб никто ко мне не прошел здесь. Слышь, мы так не договаривались. Чужое. Чтоб ты такой защиту себе не делал. А, давай, вот так, значит, ты. Музыка такая прикольно заиграла. Так надо себе выдать побольше этой штуковины. Хорошо. Это аниматроники, да, такой звук делают? Да, да, да. Ого, самоскрытность. Да? Я Димаса не вижу, я... Я видел, пока дым засел. Да, вот так вот надо накидать, чтобы вы не смогли выйти через эту дверь. Пацаны, а вы где? Хо-хо-хо-хо. Нормально набросал? Ай-яй-яй, больно. Больно? Да. Я стараюсь, реально, очень сильно. Больно сносит, больно сносит. Вы нарвались на настоящего охотника. Сейчас, сейчас, пацаны. Это нас, не убивай нас. Мы твои друзья. Скромник, я знаю, что если... Ладно, давай, скромник, так, я знаю, что ты хочешь. Можете мочить меня. Только подождите, я оружие возьму себе. Только за чужого нельзя, хорошо? Или можно, как хочешь, короче. Короче, я не могу взять аниматроника. Мне что произошло. Хорошо. А ты... Все, давайте, пацаны, можете меня мочить, чтобы было интереснее всем. А то ныкаться это такое. Теперь давайте я поныкаюсь от вас. А вы меня поищите. Извини, обстоятельства. Выношу всех, кого вижу. Ой, черт. Ай. Больно было. Ну чё? Мас, ты где прячешься? Скажи, пожалуйста. Я в пиццерии самой внутри. Вижу, вижу, побежал кто-то. Ты в комнате охраны? Дверями скрипит кто-то. Ух ты, аж взорвалась, что ли? Так,
Пойду я вас поищу. И тебя даже не можем найти. Да. А я в такой... На. Друг друга мочат, пацаны, правильно? А вот, нашел Димаса, где он. Отли... Ах ты скромник, говно. Так, давай сейчас другую оружку возьму и с тобой выйдем, пвпшимся. Кто кого? Давай, робот против этого. А ты роботом будешь? Да. Хорошо. Нет, ладно, не буду, мне уже страшно стало. Все, давайте, пацаны, я один против вас всех. Да подожди ты, бомж, подожди. А, так нечестно, ты видишь, что я не сконцентрировался еще? Да что ж такое? Это не я делал. А кто? Отставание на карте? Да. Бомба, яд. Все, давай, погнали. Ты взял аниматроника, который бьет на расстоянии, это нечестно. Ну видишь, вот как? Вот как с тобой играть? Я не знаю. Хорошо. Давай, подожди, дай мне время. Сейчас я возьму специальное оружие. Так, 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 так. Это специальное оружие находится... Пацаны. Вот, вот оно. Блин, я успел, походу, одну бомбочку кинуть. Успел. Нет, ничего не летит. Как это ничего не летит? Внимание, чё? Пролетело. Ой. Вот ты, Димас, читер. Чё, читер? Вылетит-то рабочий стол или нет? Делаем стоп. Нет. Привет, дорогие друзья. С вами Димас, Бродяга, Серега, Найтмун. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем приветики, омлетики. Питосики. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас в NAF 3, самая крутая рубрика на моем канале, аниматроники пугают охранника. Серега будет злым аниматроником, а мы злыми охранниками. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Ребята, как вы и просили, мы поставили в этой серии бабушкины калитки. Показываю. Закрыто. Верхняя, пацаны, запоминайте, нижняя. Открыто. Все работает, конечно, как-то очень криво все. Но оно выполняет свою функцию. Как вы думаете, сдержит тяга толкателя аниматроника? Смотрите, смотря смотрите. Какая там стоит. А, ну у меня хорошая тяга стоит. Одна лошадиная пусти. Сила. Да, не-не-не, мы таких психов, как ты, не пускаем. Ты неадекватный. Я пообщаться хочу. Да нет, вы вообще не нас замочишь сразу. Да нет, сначала поговорю, а потом замочу. Так, все, отключаем. Ой-ой-ой-ой-ой, стой. Ребята, как вы любите, бабушкины калитки, как всегда, в деле, но они очень хорошо сдерживают. И энергии не тратят, толкатели вечные. А вы видите его? Нет. Не-а, я его отключаем. Слышите? Я его слышал, он где-то там стоит. Так, смотри внимательно. Слышу его. А включайте фонарик, вы будете видеть его. Он может быть невидимым в теней. Только тень будет откидывать. Это мы знаем. Слышите звук сдвига челюсти? Скорее всего, шага. Да? Так. О, давай сейчас проверим, когда он будет идти. Мы не будем включать, допустим... Тягу мы будем сами держать своим телом. Смотри, я держу. А, давайте. Я держу, смотри. И кто же сильнее? Охранник или аниматроник? Не может сдвинуть, смотрите. Я знал, что он здоровый. Да-да-да, толкай, пацаны. Настроя, а он один. Ха-ха. Ну что? Ты не сможешь сдвинуть ворота, а другой, может, аниматроник сможет? Он меня дамажит. Да нет, это нечестно. Это ворота тебя дамажат. Серега, молодец. Нормально. Даже, мне кажется, один бы сдержал. Троих не надо. Да, он один сдерживает. Вы понимаете, я застрял в вашей калитке. А, ты не можешь? Бейте его, бейте. Бейте. Жизнь не тратится. Тратится, Серега? Ты не застрял, ты обманул. Я застрял вообще. А, я видел, как ты застрял. Ой. Так Рупейшн. Вот, вас убил, я стал свободен. Если а, получается, мы дверь как бы толкали, ты за это вылагал. Да. Так. Так это же бабушкина калитка, ты что же? Да, она вечная.
Так, а ну выпускаюсь. Дайте пройду. Так, у нас тут охранник неадекватный, помогите. Так, Серега. Вижу, смотрите, какой стрёмный. А, он добрый, он не злой. Он не убивает. А, он убивает? А я думал, вот такой, ну, челепиздрик такой. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Да. Добрый вечер, сударь. Сегодня на ужин ваши головы. Опа! Ты не ту кнопку, ё-моё, ну, ребята, ну что ж вы такие, как я? Ядрит Мадрид. Тупашите, ну. Ну ничего, нормально, пацаны, тащим. Опа, не пропадает скример. Так. Оружие. Серега, а у тебя маска работает в этой серии или нет? Это FNAF 3. Тут нету маски. Где-то да. Есть. Есть, Серега. Как нету? Есть. Так, зажал кнопку. Зажал. Внимательно, ребята, чекайте. Я слышу этот конченый звук. Вот он в шахте. Вентиляция такая здесь здоровая. О, ты чё делаешь тут? Тварь! Я его отпугнул. Он мне застрял. Да-да-да, он хотел считерить. Так, отжимаем кнопку, пока есть. Отлично. Чё там, не такой умный уже? О, через стекло, смотрите. Так, кнопка. Я успел, ребята, я успел. Бабушкины калитки работают, как обычные двери. Ну, мне кажется, немножко более интереснее. Так, он ушел. Он ушел. Так как? Мы же были закрыты в калитками. Ой. Да ты смотри, психопат-одиночка. Свалил. Расфигачил нас тут все кишки из жопы на стенах. Я ваши калит. Меня труба не шатал. Труба шатал. Ты че, психопата говорит о нашей калитке? Я твою кастрюлю шатал. Где ты? Я твою калитку дом шатал. Давай, тебе надо много обоймы потратить на меня. Ой, где это я? Нифига себе пролез. О, здесь можно ходить. Ой. Ой, пустите меня обратно. А что здесь за комната? О, прикольно, мне нравится. Где этот псих? Он что, вообще офигел? Серега, мы же аккуратно с тобой. Мы просто делаем обход. Смотрите, как мочит наших охранников. Разозлился. Сразу видно псих. Осторожно. Пацаны, открывайте ворота, я сейчас зайду. А, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нажимай. Отлично! Да ты опять здесь, ты... Да ты как ты... Да ну! Стреляй в живот, стреляй в живот! Он еще драться может! Видно? Слышно? Нет. А где он? Мне кажется, он в канализации лазит. Он псих? Втроем. А он пришел к нам туда, мы свалили. Пацаны, мы вовремя свалили, вовремя. Так, вы слышите его? Я его слышу. Ребята, будьте внимательны, это псих. Убил. Слышите? Вот прям здесь рядышком ходит. Пацаны, вы сейчас проиграете. Ох ты!
Серега, жизни потратились? У тебя жизни потратились? 100? 100. Понял, беспонтовое оружие вообще. Так, пацаны, отключаем. О, я этот конченый звук где-то слышал. Слышите? Это, скорее всего, маленький этот из Sister Location. Ты думаешь? Да. Да он такой звук издает. Пацаны, дезинфекция от крыс. Кто это? А, он по нему стрелял. Ну, Серега, ты так сделал, что меня убил свой. Да я специально, я вообще... Да ты молодец, я вижу, профессионал. Я буду мстить. Так, ребята, будьте осторожны, ждем его. Ждем его атаки. Опять, да, пищит конченными звуками? Он прям тут, кажется, вот прям здесь. Он сейчас вот здесь заспавнится. Ты думаешь? Да, думаю. Да-да-да, слышу этот конченый дебильный смех. Только меня не перегвоздить. Не, я тебя не буду. Я слышу какой-то конченый звук, вы слышите? А, вот он пошел! Видели его фрагмент туловища? Кнопку! Да ё-моё, это было сложно. Серега, ты чё такой беспощадный? Я монстр. Монстр-убийца? Монстр-хантер? Ах ты! Ёлки-моталки, я так испугался. Я даже не ожидал, что просто будет такой удар на нычку. Ля ты крыса. Вы его видите? Где он? Я слышу эти конченые ножки. Я его не вижу. Но я знаю, что он где-то тут за дверью. Ах ты! Жди, жди, жди вентиляцию. Давайте, ребята, если он сейчас за минуту нас не убивает, то мы победили. 5 часов, осталось час. А, ты не убил. Не, ну это ж читерство, да? А напишите в комментариях, это честно было или нет. Извините, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега, Абгай, Парадокс. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет! Всем привет! Ребята, сегодня у нас очень классная рубрика, которую вы любите на моем канале. Аниматроники пугают охранника, и я буду играть за аниматроников. Давно я уже это не делал, хочется поиздеваться над пацанами. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Так, ну что, давайте сразу возьмем того, кого мы давно не брали. Это марионетка. Она очень крутая и классно мочит всех. Так, лифт едет. Ой. А чё это? Чё с лифтом? А чё не работает? Лифт. Это, Серёга, ты, короче, мне лифт уже портишь? Да, ломаю тебе лифт. А что ж ты хотел? А что ж ты хотел? Лифт мне запилил. Нет, лифт я не буду пилить. Я же вспомнил, что я могу бить на расстоянии. И таким образом аниматроник наказал Серёжечку. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Мы выпускаем ролики каждый день, стараемся поднять нашим подписчикам настроение. Надеюсь, что вы сейчас смотрите, кушаете что-то вкусненькое и немножечко улыбаетесь. Вот видите, улыбка сразу появляется на лице. Так, ну что вы тут? Так, смотри, тут в шкафу и в маске. Молодец, молодец, хорошо. Хорошо, мы уезжаем. Сейчас, короче, ребята, будем брать вообще злостного аниматроника. Надеюсь, Серега, теперь ты не будешь залазить наверх. Эй, кто будет ломать мне кнопки, я буду вас тоже убивать. Так, хорошо, хорошо. Я пошел обследовать пиццерию, у меня каждый час обход. Сегодня я охраняю пиццерию, пацаны выжившие. Посмотрите, у Боньки нет одной руки.
в бою с охранниками потерял руку. Был пацан. И нет пацана. А есть другой? Нету. Хотел сказать, что другой режим хотел включить. О, кстати, сейчас мы включим другой режим. Так, где мой лифт? Это злой режим у меня, Серега? Это обычный. Вот а вот злой. Ну что ж ты маску не одел, если злой режим? Я в маске был. Не было у тебя маски, ты камеру в руках держал? Нет, я в маске был. Да? А у меня не было маски, видно, она разоглючила что-то. Fucking shit. Так, отлично, отлично, ребята. О, без маски, извини, убил кого-то лишнего. А тут я в маске. А ты в маске, я вижу, этот был без маски. Я вы был что? В маске. Да? Ну, ты попал под горячую руку, извини, так бывает. Аниматроники... Меня, кстати, маска сработала, кстати, она спасла меня. Ну да, она спасает каким всех. О, меня кто у нас еще есть? Сейчас, 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 сейчас. О, давайте возьмем твистед, мы Дриана давно не брали. Ну чё, волчара? Пошел, пошел, пошел. Ты чё, волчара? Как я могу тпхаться? А звуки? Не, у него звуков вообще нету. Опа, идет, идет, ползет. Иду, да, иду, иду, пацаны, будьте осторожны, это злой аниматроник. Ну нафиг, я в ящик. Он убил миллион человек в секунду. Так, у него... У него маски нету. У него нету маски. А, блин. Есть маска. Эй, я буду орать на вас. На улице, кстати, гром гремит. О, ребята, напишите в комментариях, у кого какая погода. У нас сегодня была жарища 32 градуса. А у тебя, Серега, какая была? У меня был дождь и 16 градусов. Нифига себе, это холодно. Так, потому что я, это, по сути, в горах живу. У вас там изменчивая, да, погода? Да, у нас это неопределенная. Ой, я звуки издаю. Ты чё, лифт без меня забыл? Ты думал, что я... Ах, ты хитрый, ты хотел, чтобы я на лифте вниз уехал? Двери не надо было мне удалять. Так. Давайте сейчас, короче, сделаем немножко прикол, что маски у вас нету, если только в шкафчик успевать залазить. А вы втроем не поместите, да, в шкафчик? Вдвоем только. Ну-ка, присядь, обгай. Получается, кто-то один будет всегда умирать. Ой. Ты как его убил? А я хотел проверить, могу я пить на расстоянии? Этот, блин, пилпак убивает на расстоянии. Так что, ребята, давайте возьмем другой пилпак, который не бьет на расстоянии. О, Five Nights at Candy's, они не бьют на расстоянии. Офигеть, Дима, ты... Ты чё? Блин, еще бы чуть-чуть, я бы убил опять его. Так, вас там двое, а третий не влезет, да? Да. Маски, нет. Маски нету, но нет маски, нет места. Третий может в вентиляции прятаться. А, третий может, да, запрятаться в вентиляции, кстати, только так. Так, мне кажется, ребята, интереснее, да, когда... То маска сильно легко, они одели маску, получается, всегда вытащат, мне не мог кого убивать. А аниматроники-то злые, их надо сюда чем-то кормить, мясищем, или... вкуснищем. Или в коробку. О, или в коробку, кстати, в коробку тоже считается. Ах ты, блин, еще... Я так бежал, смотри, ребята, что они шкафчик открыты. Ну, молодцы, молодцы, хорошо. Будем уезжать. Да-да, уезжать. Вон он сидит, маску нацепил уже. Я уехал вниз. Да-да-да. Да, ребята, ну как он видит? Звуком. Звуки выдают тебя, Дима. Пердежа. А ну выходите, я же, а, я вам принес это, сухарей. Ну, нет, ну пожалуйста. Хорошо, я буду уезжать, раз вы такие злые. Не злые, мы строгие. Я буду наказывать сегодня охранника. Блин, как-то их надо обмануть. Давайте возьмем, визор от Синди возьмем. Гай, присаживайся лучше. Давай, 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 присаживайся, присаживайся. Так. Музычку издает, все издает. Посмотрим, что они там делают. Ну что, я к вам поднимаюсь? Да, давай. Да ну блин, да я же этот на ЭВ подлетел, чтобы вас обмануть. А как ты знал? Мы тебя запалили. Да ну ты блин. Лифт не вызвал. А, ну да, я же забыл лифт не вы. Вот дурелла. Блин, да. Хорошо, давайте возьмем для прикола маленького челепиздрика.
Так, он балунбоя, скорее всего, возьмет сейчас. Нет. Кстати, фонарик еще использует. Фонарик еще использует, чтобы если вдруг невидимку увидеть. А я не вижу, так, а ты можешь увидеть? Да, могу, но если настройки графики поговорятся. Вон он, я видел его. Да нет, это не я был, там эта текстура залагала, забагалась. Ладно, я открываю дверь. Я открываю дверь и закрываю. Ладно, ладно, не буду, кто только возродился, убивать не буду. Ну что, выходите, пацаны. Ну нафиг, я тебя вижу, вон он ты, закрывай, закрывай. Да ну, привет! Эй, о, да ну блин, да что за баганая калитка? Все, 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 я уполз. Ладно, мне что-то наскучило, я вентиляцию. Давай. Я Серега только и ждал. Опа, не в ящике, умри. Ладно, 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 пока у вас тут стоит спаун, и не буду убивать на спауне. Привет. Ага, дверь, да, не закрывается. Ты чё наглый, в открытую лезешь в шкафчик, это его шкафчик. Так, так, давайте тогда... Всё, я тогда буду по-другому сейчас играть. Я возьму аниматроника, который может вставать невидимым. И тогда, мне кажется, я вам сделаю веселую и райскую жизнь. Фонарик готовьте. А вам фонарик не поможет. Так видно же. Так, так, так. Маринетка, мне кажется, невидимая не становится, да? Так, хорошо. А с других пилпаков становится, насколько я знаю. О! О! Нашел любимчика своего. О, балунстрой. Балунсрай. Балунсрака. Да какой балунсрак? Это хороший аниматроник. Балунсрака кабака. Вон слева стоит. Да, Дима, тебя палим. Не, мне не видно, я ушел. Еще никнейм видно же. Так вот ты невидимый, сидишь в углу. Я тебя вижу, какашка ты такая. Как ты мне... Ай, да, блин, точно, все, я вспомнил. Да ну, блин, вы сильно хорошо уже играете. Наигранный очень сильно уже, все, фиг ты нас. А вон ты сидишь, какашка. Я что, думаешь, тебя не вижу? Хорошо, хорошо, ребята, они читеры. Мы не читеры, мы просто игроки, такие же, как и ты, кабаки мы. Я не люблю, когда аниматроник уже поворачивается. Вот он где-то здесь. Вот стоит рядом с тобой. Вот. Да, я видел его. Что, я ушел. Я пошел другого аниматроника брать. Ага, вон он ты сверху стоишь, я тебя вижу. Да ну нет у меня вообще. Кого-то я видел. Кого-то... Меня маска спасла. Где я сижу? А, в шкафу, да? Аниматроник невидимый в шкаф залез и сидит с охранником. Ищет их. Это был бы прикол. Парадокс, дай закрыть. Че, давай сделаем подписчикам веселье. Можете оружку использовать. Давайте. Аниматроник, теперь я буду видимый. А вы должны меня загасить. Я должен выжить. Давай. А че ты админский пистолет взял? Два без админского пистолета. У меня 5000 жизни, ты AR2 шары делают чудеса. Давай, давай, испоганься. Да ну, как я по тебе не попал? Ай, блин, да как это не попал? А, беги, Димка, беги! Отлично, нычка, ребята, отлично заныкался, пойдет. Серега, ты же убиваешь своих. Приятельство. у меня шары закончились. Так. Психопатский тоже это закончил свои убийства. Так. Открой. Я, кажется, знаю. Отлично, головой увалился. Сильно прям. Ну че вы, мужики? Уже не такие мощные, да? Отлично, отлично. Ребята, смотрите, какую нашел нычечку для того, чтобы пацана мочить. Отлично, отлично. Пойдет мне. Вот это веселье. Ну давай, давай. Они не знают, где я, а я буду так мочить. Вот это мне нравится, вот это мне нравится. Серега и своих, и чужих. Абгай, Сережечка, парадокс. Это
Стимке сидишь, да, какашка? Ну да, ты мог бы меня уже убить давно. Серега, дайте погодь. Я нашел ракету на самоуправление, которое... Да, но она неправильно управляет, надо, чтобы на врагов, а ты на своих направляешь. Хватит. Только Серега может всех убивать, да? Не. Он вентиляция здесь идет, скорее всего. Ну, надо закрыть. О, все. Я протру. Ну чё, вы меня не можете, да, убить никогда? Ты где, какашка? Я? А я на лифте к вам еду. Ага, на лифте. Я специально, ребята, пустой лифт отослал, чтобы они не могли убить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, шары! А, 700 жизней осталось. Надо валить. Слышь, вы, шаровики. Ребята, специально не буду менять аниматроника до последнего. Короче, идет терминатор-убийца, который должен убить пацанов. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, я хотел, короче, знаешь что, залезть в шкаф и в шкафу сидеть. Я не крем тебя спалил. А, все, я понял. Ребята, победили. Сегодня меня охранники, аниматроники оказались слабее. Да, правда, охранники сдохли миллион раз. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега, Дарк Драгон, Сенка. Пацаны, поздравайтесь. Всем приветики, омлетики. Здорово, аниматроники. Сегодня у нас очень крутая рубрика «Аниматроники пугают охранника». Серега будет играть за аниматроника, а мы будем пытаться выжить. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Ребята, если вы поставите 2000 лайков, мы снимем в следующий ролик рубрику «Какой аниматроник самый быстрый?», потому что мы скачали новые пилпаки. Сейчас вы все в этом ролике увидите и вернули даже старых. Sister Location, NAV6. Слышите, это музычка? Аниматроник выходит на охоту. Это ты, Серега, постоянно музыку эту запускаешь? Ё-моё, я так дернулся, у меня чуть кишки из жопы не вылезли. Ты псих! А я в маске был. Да ну, Серега, это же честно. А что? Давайте маску опять берем. Бери маску, Дима. А мы не... Ладно, давай, сиди там. Ты кон. Знаешь что, я не буду рисковать жизнью. Поживи там один. Давай, сиди там. Открой. Да нет, ты же сказал, что ты идешь, иди. Ладно, ладно, ты ж ушел. Пароль скажешь, я тебя впущу. И мосту. Слышите? Этого психа. А где он, где он, где он? Выпустить тюремщика, который живет уже год здесь. О, вот тюремщика. Ну вот, посмотри. А, заходи. О, ты слышишь? Ого, что-то серьезное произошло. Там даже Сенка обосрался, кажись. Серега, что это за аниматроник такие громкие звуки издает? Увидишь его скоро. Да? Да. Я хочу посмотреть, увидеть. Я внимательно буду смотреть, где ты. Если честно, то немножко страшно. Потому что Серега это такой неадекватный. Вот тут. Ну, как я о чем и сказал, что неадекватный немножко аниматроник. А, вот кто кричит. Кстати, он Серега очень еще и быстрый на shift. Будем их тестить. Это просто младший брат был, сейчас старший придет. Да ну нафиг твоих братьев. А ты убил за то, что был без маски, да? Да. Блин, не успел доли секунды одеть. Вроде даже начинал. А я хитрый. Ой, прощай. А не, не прощай. Идет. Маску одеваем. Спокойненько стоим все в коробке. Ты чё такой громкий, Серега? Ого. Ты псих какой-то. Где он? Сценка, ты дурак. Ты че без маски бегаешь? А он самоубийца. Он очень в себе уверен. А я не уверен. Я лучше в маске посижу. Сенка такой думает, ребята, я вам сейчас покажу, как надо проигрывать. Да, так, да, на улице, ребята, гром начался, идет дождь. Кто-то, кажись, только побежал, так сильно и загремело все. Кстати, эта карта FNAF 3, она двухэтажная. Это очень крутая карта. Мне нравится, что можно на лифте спуститься. О, идет. Так, делаем обход. Нажимай быстрей кнопку.
Да ё-моё, ну блин, на секунды, ну Серёга, ты... Мне кажется, ты даже там нечестно нажал. Ладно, ладно, честно, вы не успели закрыться. Дим, ты заметил этого попугая? Да. Покажи, где? Убежал сейчас. О, хорошо. Кстати, это новый пилпак, мы его ни разу не видели. Слышите? Ладно, делаем обход. Так, Серега, мы спускаемся на всякий случай. Делаем обход. Вот попугай, ребята. Очень крутой аниматроник. Да я же одевал маску, ты что, не видел? Вот Серега, психопат. А без маски был. Моя школа. Ну чё, вы погибшие. Погибшие, потерпевшие. Да, потерпевшие. О, Димон лифту. Так. Пусть вас убивает. Сенка дурачок поехал с ним. Молодец, Сенка, моя школа. Я слышу, там кто-то катается на лифте. Я говорю, Сенка, а вот и... Поломаете. Так. Он нашего... О, пришел, спринтрап. Выпустите. Давайте посмотрим на него, он очень красивый. Тут у него немножко глаза подзаедают. Так должно быть. Так должна быть? Ты уверен? Может быть. Ой. А я тут при чем? А это скажи спасибо, Сенка, он меня ударил. Ну, Сенка, ну зачем ты его ударил? Что ты не ударил? Так, отлично. Пошли. Так, здесь нема воров, чтоб не украли склад у нас. Мы же охранники все-таки. Mm-hmm. Так, здесь все стоит. Никто ничего не украл. Все хорошо, холодильник лежит. Слышите? А что это скрипит? Это Эндер сечет, Дим. Да? Тут... Он такие звуки стрёмные издает. Сейчас я к вам приехал. Так. А вот я. По рации передали, что здесь кто-то лазит. Какие-то движения здесь были. Слышите? Чё за звуки? А за что? Скажи спасибо, Сенка, без маски был. Сенка, дурачок. Ух, Эннард, он такой крутой. Ты, Сенка, дурачок. Классный. Серега, у тебя 830 тысяч жизней? Да. Да. Это самый жирный из всех, походу, аниматроников. Не, есть пожирнее. Есть там вроде девятки даже. Ах ты, за что? Сенка без маски. Сенка, ты задрал, из-за тебя нас убивают. Неадекватно, что ли? Привет, Дима. Так. О! Дима, бойся, Сенка, он без маски будет ходить, он без... Ой-ой-ой, лолби, да? Так. Ты чё такой сделать? Психованный? Блин, если вот без маски, он опять нас убьёт. Ну я ж сказал, этот псих задрал. Сенка! Так, по-моему, без маски я опять был. Смотри, сейчас опять умрет. Сенка, дурак. Дим, пошли в подвал. Подвал? Да. Идем. Там очень круто. И там страшновато, кстати, находиться. Там такая музыка стрёмно играет. Мы сейчас нам ждут нас уже гости. Отлично, идемте. Опа, о, это Фредди. Ой! Фокси, ты чё? Я проверил, о, шаришь ты или нет. Видишь, тоже шаришь. Да ну вас нафиг. У него такие штаны порваны, весь такой поцарапанный. Ого, что за звуки? Это он что-то сделал. Нифига себе, тарахтят бутылками кто-то. Походи. Ай, хвы жопу, вы меня оставили! С этим убийцей, который меня смотрит прямо в глаз, смотрите. Это реально стрёмный челик. А, о-о-о. Так, я сейчас уезжаю точно. О, привет. Все, я в офис. Так, отлично. Ой. Так, 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 Серега, только не мочи, пожалуйста. Я свалил. Тю, я что, опять в подвал приехал? Да что ж такое? Едем. Да, блин, ехал, ехал, ехал. И приехал в подвал. Что за говно? О, привет. Локси. Дима, это Карусель называется. Да? Да. Так, надо как-то зайти в шкаф.
отдохнуть от маски. Ты сейчас отдохнусь еще. А я буду... Отлично. А это кто? Подожди. Так, где мое оружие? Серега? У него сразу гитара есть. Он музычку нам решил залобать? Где он? Вот, вот он, вот он, вот он. Передо мной Дима, Дима. Пока, Дима. Отлично, я его пригвоздил. Я его пригвоздил. А где он? Исчез. Слышь, ты, так Серега, это же нечестно. Да ты улетел на В. На В улетел. Он не хотел, чтобы его убивали, что ли? Убили. Опять сенка. У нас спавнить ему где-то. Да? Должен пригвоздить. А где он? Я его не вижу. Он где-то пригвожден. Пригвожден? Ах, тварь, а! Сынка, чтоб тебе спалось на одном боку. Это спасибо, скажи сынка. Ух ты, блин! Ё-моё! Слышь, я знаю, где ты живешь, а тебя найду и убью. Опа. Серега, вот только, пожалуйста, сейчас ты не убегай никуда. Ты понял? Потому что я тебя должен убить. А если я тебя убью, я буду очень рады. Так, подожди, подожди, а чем же тебя убить? Я знаю, чем. Чем? Давай, иди вот это. Не-не, давай лучше другим, давай лучше его заморозим. Давай. Слышь ты, иди сюда. Ах, это же нечестно, согласись. Сережка. Это же нечестно. А это вот это тоже нечестно. Ну почему? Ребята, ну как его заморозить? А меня за что? Я не виноват, что радиус убьет. Да какие радиусы? Серега, ты думаешь... Блин, я буду тебя запоминать, как тебя убивать. Я его поймал почти. Да смотри, оружие выбиваю, выбираю, чтобы его убить. Сережа. Есть. Единично, привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега. Кошак, как всегда, отличное настроение, пацанчики. Поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем отличнейшую рубрику и самую популярную на моем канале. Аниматроники пугают охранника. Ваша любимая карта FNAF 3. Я буду сегодня за аниматроника пугать пацанов. Но на сегодня жесткая РП. Пацаны должны одевать маски. И не проигрывать. А я должен быть злостным аниматроником и ловить их, когда они будут без маски. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Так, ребята, на этой карте есть лифт. И каждый раз, когда я буду подниматься на лифте к вам, вы должны быть готовы к тому, что я буду вас мочить. Все по-честному. Если что, в вентиляцию. Ой, фу, в шкафчик спрячусь. Да-да-да, кстати, там есть шкафчик, но я вам покажу. Когда-нибудь там прятаться, я их буду видеть. Так, давайте, первая попытка моя. Все-таки, надеюсь, у меня получится. Так, давай, слушай его только, Серега. Вы можете нажимать, кстати, кнопку, не давать мне подниматься. Лифт будет сразу, лифт сразу будет опускаться. Ах ты, голимый, только сказал, стой! Да я пока шутил, ну дай... Пока. Да подожди, подожди, сейчас. Сейчас, я тебе сейчас сделаю райскую жизнь. Я успел. Ты что, без маски? Я увидел. А я с маской. А ты с маской, молодец. Если вы без маски, вы должны прятаться в этом шкафу. Давайте, ребята, покажу. Здесь есть шкафчик, в который они могут залезть. И сидеть там шкериться, пока я здесь по пиццерии хожу. А я за каждого аниматроника буду подниматься и делать обход. Так как уже ночь, я хожу и проверяю, чтобы здесь все было четко и классно. Пиццерия очень оптимизирована, очень антуражно и сделано все по канону NAF 3. Провода висят. Все такое очень прикольное и интересное. Игровые автоматы тут есть. Не забывайте ставить лайкосик, подписываться на канал Dimas.tv, потому что мы выпускаем ролики каждый день. А каждую субботу и воскресенье еще и выходят стримы по вашим любимым играм. Спасибо вам. Так, здесь все четко. Спускаемся на лифте и берем другого аниматроника. Каждый раз, когда я буду подниматься, я буду брать другого аниматроника, чтобы прям интересно было им. И они не будут даже знать, какой аниматроник к ним поднимается. А вы слышите, как тут в этой карте идет гром? Очень классно сделано. Мне иногда расскажется, что это у меня. Он здесь. А, он на лифт бежит. Ага, в маске, мои кенты. Это мой брат Фредди. Так, ребята, сейчас вам покажу первый этаж. Здесь очень круто сделано первый этаж.
А вы ржите, ржите, Серега, я сейчас к вам приду. Так, здесь все у нас прикольно. Здесь, как получается, подсобное помещение. Ящики стоят. Такое, такое. Слышь, ты лифт. Лифт мой, нельзя, я ж еще не поднимаюсь, подожди. О, взял другого челика. Сейчас, сейчас, сейчас. Да слышь ты, говно, это мой лифт, говорю. Это мой лифт, туда сюда лифт мой. Ребята, они меня троллируют. Я сейчас поднимусь и убью тебя сразу, я тебе говорю, я тебя сейчас убью. Вы что лифт глючите? Поломаешь лифт, будешь должен 50 гривен. Ах ты говно. Я сейчас через расстояние вас убью, я тебе говорю, я сейчас без лифта поднимусь. Я сейчас поднимусь без... Читер вонючий. Сам говорил, что это можете использовать. Да ну не так же часто, я же должен к вам подниматься, делать обход. Ребята, они меня троллят. И так весь ролик просидим. Сейчас поудаляю двери на лифте, чтобы видеть, как он поднимается, я успею зайти на него. Ах ты говно, успел, успел, да, Солись? Смотрите на его подлые глаза, как он сидит и смотрит. Кошак молодец, думает, ну тебя нафиг. Обходик, обходик делаем. Ну нафиг. Я могу невидимым вставать, давайте невидимым походим, чтобы напугать их вовремя. Видимый, говоришь? Опа. Ах ты молодец, маску одел. Ребята, очень хитрый. А куда ты? Оттуда, куда не найдет. Давай, Димас, пока. А, ага, эй, а я могу ТП... Слышь, ты! И чё ты стоишь? Витя, вызывай лифт. А как мы... Давайте удалим эту тоже дверь, чтобы было интересней. Эй, ты меня застрял! А как, а что делать? Как мне теперь выйти отсюда? Все. Я сейчас тебя подловлю, я тебе сейчас сдам. Ах ты пакостник такой. Ну нажмите кнопку, пожалуйста. А, так если я теперь не выйду, получается, если вы... Эй, а я попробую тпхнуться как-то. Нет, уже никак, ты все там... А, ах ты... Ребята, я смог их убить. Так ты в невидимке, какашка такая. Он в шкаф спрятал. Понимаете, получается, у меня, ребята, очередь в шкафу ныкаться. Все, пусть там сидит. Закрывай его. Слышь? Ребята, они мне... Так ты говно, то они меня троллят. Да дайте выйти, пожалуйста. Да блин, мне дверью прижимает. А тебе надо именно две двери открыть, в чем прикол. Ребята, ну вот как выйти? Они меня троллируют. Никак. Ну блин, ну пожалуйста, дайте выйти. Нет. А смотри, нажимаю вперед, оно не отходит. Слышь ты! Да дай! Витя, ты тоже встань, давай, как я. Я... Ребята, дайте выйти! Да дай выйти, пожалуйста, я тебе... Я сейчас позову другого аниматроника как-то. 50 гривен, да? Кошак, слышь ты! Кошак! Слышь? Маску снял, по морде получал. Сейчас, другой, сейчас я позову своего брата. Сейчас я позову братишку своего, и вы будете с вами разговаривать по-другому. Серега, зачем ты маску снял? Вон он едет, давай сюда, 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 быстрее, быстрее! Кошак, ты, кстати, не умирал в этой серии еще. Маска меня спасла, кстати. Ага, я не могу через вентиляцию. Ты слишком худой. А как ты хотел? Так. Я в маске. Серега молодец, Серега молодец. Кстати, давай покажем, как тут камеры работают. Здесь полноценно, нажимайте эту кнопку. О, так тут решетка работает, смотрите. Да. А тут нету кнопки, чтобы заходить, выходить, не? Не-не-не. Хорошо, я вызываю лифт, сейчас другой аниматроник приедет.
Ах ты жопа, в маске. В маске, в маске, в маске. Увидел, увидел. Пока. Пока каешь дома. Нет, ты пока каешь дома. А, он спрингтрапа взял. Да, да, да. Но у нас сегодня по ФНАФу 3 все должно быть очень антуражно. Все по канону. Че ты там скребешься, а, какаха? Кто-то пытается сделать. О, едет. Сюда, Серега. Ну, ладно. Я в маске. Я иду, я иду. Привет. Я твои глаза вижу. Вы же двери открывали, закрывали. Я теперь в шкафчик заходить не буду, ну его нафиг. А ты зайди в гости. Так, тихонечко. Вентиляцию. Слышь, пока. Ты! И ты без маски был! Ты без маски был! Я дверь закрыл. Ну я извиняюсь, это этот, но он РП. Я не хотел. Если честно, я проверил, что через вентиляцию убивает. Я думал, что не убьет через вентиляцию. Что-то я так подумал. А этот ты взял аниматроника, который на радиус бьет. А он убивает или скримерки? Оно умер, да? По области, я понял. Вас все пытается. Медленный, жирный. Ну да, ублюдок. Опа. Успел, успел. Залезь в вентиляцию. Нет, ой, нет, нет, я уезжаю. Как? Сейчас другой кентафурик придет. Давайте, поехал вниз, в подвал. А у меня лифт на месте остался. Трюга. О, сейчас я им прикольно сделаю подарок. Вызывайте лифт. А ты что не вызовешь? А я не могу. Давай. Я вам подарок отправил, посылку. Ну, знаю твой подарок. Сейчас. Не, я вам посылку отправил. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, 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 так. Почтой. Посылку с говном, знаешь такую? Все, понял. Сейчас я чиню лифт, у нас тут небольшие неполадки, лифт... Давай, быстрее! А чё я не могу реально нажимать кнопку? Сейчас. А если я ближе подлечу? О, могу! Ребята, смотрите, кто к вам приехал. Ах ты жопа, блин, вот это... Вот это обманочка! Это тоже подарок. От меня. Так это меня убил, Дима. Ой-ой-ой. Обстоятельство, но я Диму припугнул зато. Чё ты со своим динамитом? Выходи! Я только скример кинул. Какашка. Так, где мой лифт? Нет лифта. Есть лифт, есть. Он всегда есть. Шпынькс. Слышь, ты! Удачи, Димас. Так, кто у нас ещё в FNAF 3 есть? Давайте возьмём. О! Ведь ты только маску одень, а я эту шкаф. Хорошо. Давай вместе в шкаф залезем. Вот, я еду к вам. Не-не-не, маска, маска. Ладно, что ладно. Ты полил. Отойди, отойди. Он идет. А я живой остался. Спасибо, Серега. Я тебя налепил случайно. Ну чего ты, иди сюда. А нет. Это реально, я такой злой, то, что вы меня троллили в дверях, я реально не мог выйти. Ладно, ладно, все по-честному. Сейчас бы... Ах ты бомж, ты прицепил на меня бомбу, успел. А у меня жизни мало, я умру. Слышишь, ты вы чё, так разделились, что ли? Серега, давай ты вниз, я вверх буду лифт кидать. Ой-ой-ой, убили. Кстати, два охранника убили аниматроника. Все-таки смогли. Смогли это сделать, хорошо. В кои-то век убили аниматроника, ура. Готовьте, сейчас будет смертельная стычка. Сейчас будет решающий момент. Если я вас выиграю... то значит я лучший аниматроник. Если вы выиграете меня, значит охранники давай. Лучшие. Ой, это не та кнопка. Маску готов себе надевать. На подкрадулях иду. Иду, 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 смотрю, где же пацаны ходят.
Ага, они вдвоем еще и в маске сидят. На всякий случай, да? Ладно, да. Я буду уезжать. Сейчас другой придет. Мне кажется, нас сейчас надурит. Серега, я маску не сниму. Ах ты хитрый. Ладно, ладно, пока вы в маске, вас не могу убивать. Хорошо, я уезжаю сейчас точно на лифте. Я тебе тоже сюрприз подготовлю. Не взрывной, а разрывной. Разрывная. А что, ты хотел кнопку нажать, да? Нет, нет, не-не-не. Я сюрприз буду готовить тебе. А я еще сюда схожу. Разрывную. Так-так-так, ребята, как же их убить? Мне вот реально хочется вас сейчас очень сильно убить. Не знаю, как это сделать. Как же это сделать? Я знаю, как это можно сделать. Сейчас. Он убежал. А он невидимый, наверное, стал. Не, вроде не видно его. А вот видно, понятно, невидимый. Хитрые жопы, не дают мне выиграть себя. Вот он здесь бегает. Баланбой. Нет, я в шкаф больше заходить не буду. Нет, я в шкафу сидеть не буду. Вот она какашка бегает, бежала. Да слышь, да что ты палишь мне? Это же честно. Как их убить? У них эти маски вонючие. Снимай. Не. Так, я сейчас возьму аниматроника, который убьет двоих сразу. Я знаю, кого надо взять. Я знаю. А где он? Он тут летает. Не снимай маску. Вот сейчас кот красный. Кот красный. Не снимай маску. Я знаю, какое снять. Вот так. Опа. Ты задрал, давай! Я не смог, не успел, ребята, так хотелось, но не смог. Ты читер вонючий. Да это не читер, я был невидимый. Аниматроник с невидимостью может убивать? Нет. Ну ладно. Хорошо, давайте тогда так. Сейчас я поднимаюсь на лифте, и вы можете админский пистолет использовать, а я могу хитрость свою. Согласны? Давай, пендали. Какой пендаля? Сейчас будет решающая схватка, кто кого выиграет. Да. А стой, сейчас возьму аниматроника, будешь мне говорить стой. Все, я спускаюсь вниз, и когда я смогу уже на лифте подниматься к вам, вы сможете меня убивать. Витя! Прости, Серега, я не взрывай, ну зачем? Не я надо. Я случайно нажал. А Серега по позициям так. Угу. Зачем ты в офис-то сел? Тут же самое палевное. Да не, нормально. Ладно. Я тогда вот тут в шкаф. Я сейчас буду подниматься на лифте. Давай. Так, вызывайте, я и приеду. Вызывай, Витя. Так вы ж мне не даете выйти, подлецы вы вонючие. Слышь, ты сейчас попадешь по мне еще, алло. Стреляй. Да не стреляй, пожалуйста. Он меня увидел, ну как? Ну блин, ребята, я так старался выиграть их, ну ладно. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой ТикТок, Инстаграм. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Ура!